Body is cold, conversation is cocaine. I'll call her Snow. Yeah, that's your new nickname. Her body is cold, conversation is cocaine. I'll call her Snow. Вы только посмотрите, какая лепота. И он хрустящий. What up, Snow? Посмотрите, я наконец-то в зиме. Это такое нереальное счастье на самом деле, когда наконец-то выпадает нормальный человеческий снег. Это просто вообще, кстати, очень тепло. И погода прямо именно такая сказочная, как вот она должна быть, когда вот такой вот снегопад. I think that she's ice cold then, right? Yeah. Yeah, I'm making music in a blue room. She walks in black lingerie, and she likes it. На самом деле, сегодня должен был быть день диеты. Первый, обещанный себе. Сегодня, хотя и не понедельник, но тем не менее я была уверена, что сегодня я начну день с чистого листа. Ну и как вы видите, мой чистый лист немного запачкан булкой, вот, и кофе с сахаром. Я очень хотела, не знаю, хочу провести прямо разгрузочные пару дней, несмотря на то, что жрать я начала достаточно раньше, чем Новый год начался. Я все равно очень хочу вернуться в нормальные формы, потому что, как вы видите, у меня уже вылазит достаточно активно и давно второй подбородок. И я просто себе абсолютно никаких ограничений в еде не делаю. И боюсь, что если я продолжу так есть, то в ближайшее время у меня будут алкоголь отбирать, потому что будут думать, что я травлю своего ребенка. Потому что, ну, набрала я действительно достаточно много. И хочу очень сильно, у меня вкусовые рецепторы сбились, потому что я постоянно ем очень соленое, очень сладкое, и у меня уже язык вообще это ничего не чувствует. Поэтому я очень хочу попробовать пару дней, буквально 2 дня, вот попить кипяченую воду. Я где-то вычитала, что так можно вернуть вкусы себе, то есть тогда восприятие станет более, ну, иначе будешь воспринимать вкус еды. Еда будет открываться как-то по-особенному. Не знаю даже, правда это или нет, но попробовать бы хотелось. И вот сегодня я хотела начать день с того, что я бы хотела пить воду сегодня целый день. Но у меня опять провал по всем фронтам. Вот. И раньше я занималась спортом, я ходила в тренажерку, мне доставляло огромное удовольствие, но сейчас категорически нет времени. И я бы хотела, конечно, вернуться к спорту, так сказать, потому что это было действительно классно, и я была в отличной форме. Но, увы, я сейчас все нажрала, я, конечно, не так плохо выгляжу, но подбородок почему-то у меня отвисает с каждым днем все больше и больше. Вот, и да, проблема женщин после 25, что мы начинаем, у нас метаболизм уменьшается, и мы начинаем пухлеть в основном. Вот. Ну и, блин, не знаю я, когда я наконец-то начну себя контролировать, но уже, по-моему, пора окончательно. Еще я вчера себе устроила вечер спа. Я не знаю, я в последнее время очень устала. И я просто не знаю, я не могу вообще отключаться. Я в Инстаграме уже писала то, что я абсолютно не могу заснуть в последнее время, потому что у меня очень много гениальных мыслей, вот, и я их все планирую, все свои планы и так далее. И вчера я просто, у меня даже физическая какая-то боль ощущалась от того, что я целый день занималась своими делами, и просто было хреново. И я взяла и устроила себе спа. Значит, на Spotify, ну, я думаю, все знают, что такое Spotify, включила музыку. Нашла какой-то плейлист, где была какая-то йога-спа, какой-то плейлист. И выключила свет в душе, ну, в ванную набрала воду с пеной, все как положено, добавила всякие там приятности, которые девчачьи.
поставила везде свечки и выключила свет. Я раньше почему-то делала так, но свет был всегда включен, то есть как бы свечки горели, но, конечно, атмосфера была немного другая. Это было просто кайф вообще. Я так давно не отдыхала, потом вымазалась всякими самыми любимыми своими кремами. Я действительно так классно спала сегодня, и вообще я советую всем сейчас, особенно в холодное время года, реально выделяйте какое-то время вот на такие процедуры, потому что реально психологические все проблемы сразу решает, сразу расслабляет, так вообще очень советую. Прямо я собираюсь каждую неделю теперь погружаться вот так, потому что иначе, мне кажется, я просто двину скоро копыта. Вот так вот заканчивается вся романтика снега. От него остались рожки да ножки. Я сейчас бегу на учебу. У меня осталось ровно 10 минут до того, как начнется учеба. Я чувствую, что я опаздываю. Итак, у меня закончились пары. И я бегу сейчас в магазин. У нас там распродажи, скидки наверняка. Вот, и у меня какие-то, знаете, я хотела рассказать вам про мои ведьминские наклонности и замашки. У меня еще в детстве было так, что я часто, когда психовала, у меня отчим часто играл в компьютер. И этот компьютер, ну, был наш общий, и постоянно, когда мне надо было спать, я начинала нервничать, что «ну уходи, уходи, я хочу спать». И получалось так, что, ну, он заигрывался, как и все нормальные люди, то есть он «сейчас, сейчас, сейчас, сейчас». И в конечном итоге, когда я начинала уже реально психовать, вышибала пробки. И представляете, ну то есть это было не один раз и не два, и ну я уже тогда задумывалась о том, что я какая-то ненормальная. Ну я не то, что в это сильно верю, но просто как бы факт остается фактом. Пробки вышибала, когда я психовала. А недавно я предсказала одной подруге беременность, мне приснился сон вещей, и у меня прямо снилось очень много вещих снов в последнее время. И все события были действительно ошеломляюще страшные, то есть, как бы, например, мне приснился там один из моих родственников дальних, и я узнала, что у него умер брат, и то есть, как бы, какие-то такие события всегда странные. И вот у меня вот такое вот ведьминские какие-то наклонности, как я говорю. И сегодня я чего-то думаю, надо взять свой проездной, проверить, на месте или нет, потому что, думаю, давно меня не контролировал никто, ну, то есть у нас в автобусах в Германии так сделано, что, ну, нету постоянного этого кондуктора, вот, и кондукторы периодически появляются в автобусах, и ты никогда не угадаешь, когда они появятся, и появятся ли вообще, вот, я думаю, надо проверить, чтобы не было проблем, если что. И представляете, я сажусь в автобус, меня давно очень не проверяли, то есть пару месяцев меня вообще никто не проверял, я сажусь в автобус, и там контролеры. Я думаю, блин, вообще, как это так? Вот какая-то чуйка все-таки есть. Не знаю, с чем это может быть связано. Может, потому что я действительно счастлива. Сейчас и в своей тарелке действительно какие-то вот такие способности всякие начинают проявляться. Я даже не знаю. Ну, я побежала, заканчиваю влог. Постаралась сегодня записать не целую, не мемуары гейши, чтобы покороче. Надеюсь, вам понравилось. Ну и увидимся в следующем видео. Чао! Snow? Yeah, what up the snow? She always keep it funky like Afro's. A little bit of panic cause my heart's Titanic like, oh, we so DiCaprio. Yeah, what up the snow? She always keep it funky like Afro's. A little bit of panic cause my heart's Titanic like, oh, we so DiCaprio. Beautiful,